Волейболисты «Стерлитамака» лучшие. Во дворце спорта «Стерлитамак-Арена» прошла первая игра четвертого тура чемпионата России среди мужских команд высшей лиги «Б». Местный клуб «Спортакадемия ВРЗ» одержал победу над тюменской командой «Нефтегаз-Универ». Счет 3-0. Ключевой была первая партия, она решала, в основном исход матча решила. Мы выиграли ее, соперник, можно сказать, сломался. Команда из Тюмени достойно провела игру. Чтобы одержать победу, гостям не хватило мощной атаки и техники в защите, считает ее тренер. Первую партию пытались выиграть. Ну, прям хорошо, чуть-чуть не хватило собственных ошибок, много наделали, проиграли первую партию. Вот, и потом уже пошло какой-то спад у нас, и вот результат. Вторая игра между командами «Спортакадемии ВРЗ» и «Нефтегаз-Универ» пройдет сегодня. А 14 и 15 ноября хозяева будут принимать команду «Юкиор» из города Ханты-Мансийск. В этом сезоне у нас серьезные задачи. То есть мы планируем повысить класс своей команды. Планируем выйти в высшую лигу. Информационные партнеры чемпионата России по волейболу в Стерлитамаке – СТР Медиагруппа, Русское радио «Стерлитамак», Авторадио «Стерлитамак» и «Стерлитамакское телевидение».